В селе Светлогорье Пожарского округа состоялось торжественное открытие Дома культуры. На строительство нового объекта из федерального и краевого бюджетов выделено около 70 миллионов рублей. И вот под Новый год в Светлогорье яркими огнями засиял светлый и просторный Дом культуры. От имени заместителя председателя правительства, министра культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой, жители и гостей села поздравили с открытием учреждения. Слова пожеланий также прозвучали от главы Пожарского округа. Этот объект, конечно, очень важен. Не только, наверное, для Светлогорья, но и для, в целом для Пожарского округа. Потому что на вашей территории этот объект позволит вспомнить забытые коллективы. Он даст возможность развиваться более глубоко и более разносторонним вашим детям. Наша территория богата талантливым народом. Дом культуры оснащен зрительным залом на 80 мест со сценой, дискотечным залом театральной студии, залом для занятий хореографией и кружковой работой. Для нового учреждения из краевого бюджета направили 6,5 миллионов рублей на оснащение. Помимо света и звуковой аппаратуры, на эти средства приобрели мебель, проектор, баян, синтезатор, занавес на сцену и оборудование для дымовых эффектов. В честь новоселья местные вокалисты, танцоры и самодеятельные коллективы округа устроили праздничный концерт. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.